Ну, вот тут я хотела, вот это окошко, тут кошки живут в этой комнате и на ту, ну, две комнаты у них. Вот. Я хочу сделать им лесенку и крытый вольер, чтобы они на улицу выходили, на травку там побегать, поиграться, чтобы в комнате сидеть тоже как бы это. Вот. Но это все уберется, потому что, я же говорю, был тут, джунгли были, тут ребята работали 3 дня, вырубывали все, все подряд, потому что вот поскладировали. Половина уже спалила, ну, в котле. Вот. А это все, это уже надо выкидывать, потому что оно, ну, и горит плохо, и тепла практически нет. Поэтому я сейчас покупаю уголь, чего этот, как его, дрова и уголь. Вот, топлю этим, когда сильно холодно. Так дом держит тепло. Большой, хороший дом. Все, вот как-то так.